Эшли? Эшли? Я здесь. Я боялась, ты умрешь. Я понял. Значит, она нас вылечила. Сама. Это ты все сделала? Ну да. А кто же еще? Ты можешь встать? А может, Ада помогла? Это карта? Сокровищно. Да, нашла тут. Думаю, сможем выбраться, если пойдем вот сюда. Ну, мы же команда, да? Ты сама круто справляешься. Так все же вытащить паразитов помог Луис? Да, мы живы благодаря ему. Всем привет, дорогие друзья. Вы на канале Delirium Play, и мы продолжаем проходить Resident Evil 4 Remake. Вот мы наконец-то вылечились от заразы. Теперь мы чистые. Так, о. Европа, лаборатория 6, Dream Team. А он, походу, Луис. Посередке. Групповая фотография. Лучшая команда 6-й европейской лаборатории. Так, а тут нельзя... Да, вон, походу, Луис посередке стоит. Так, а здесь что? Да не так. Хотя... Ох, нифига, что ты мне дал. Да, надо зарядить его. Так, способ излечения Лас Плагас. Есть два способа уничтожить Лас Плагас. Инъекция, антигена и хирургическое вмешательство. Пока у паразита не начался инкубационный период, его можно устранить прямым введением антигена. Но если инкубация началась, инъекция лишь замедлит его развитие. Плага можно уничтожить хирургическим путем, воздействуя на паразита излучением определенного диапазона. Но это весьма рискованный метод. Если паразит внедрился в нервную систему носителя, человек испытывает невыносимую боль. Никакие виды анестезии не помогают при такой процедуре. Хирургическое удаление также является очень опасным, даже пока паразит не успел развиться. Впрочем, когда он разовьется, будет поздно. Удаление паразита убивает носителя. Хотя, если учесть, что ожидает носителя, то смерть кажется наименьшим злом. Ну, мы уже это все знаем, мы это все прошли. Так, что там ты прячешь? О, спрей. Ну, конечно, сейчас будем драться, ё-моё. Странно, что вообще работает. Ну да, что тут все уже как бы готово, только... Приходилось мне спать в местах и похуже. Да. Скажи, Леон, я вообще не сплю. Так, что тема? Электронные письма. Тема. Отчет нашего уговора от Луис. Я собрал данные исследований, которые ты просила найти. Время и место встречи, как договариваешься, приходи. Надеюсь, я правильно понял, что ты вытащишь меня отсюда, если я принесу все, что тебе нужно. Тема. Так, насчет нашего уговора от АБ. Надеюсь, ты не забыл про янтарь. Без него от этих данных никакой пользы. Она не АБ, а Ада Вонг, наверное. Так, будет жаль, если ты пропустишь свой рейс, так что не вынуждай меня возвращаться с пустыми руками. Кстати, кодовую фразу ты не забыл? От Луис. Не переживай, не забыл. И насчет янтаря не волнуйся, я что-нибудь придумаю. Можешь прихватить для меня пачку сигарет любой марки, неважно какой. Ну да-да-да. Если вспомнить деревню, то он там, мол, где сигареты, там он спрашивал, да-да-да. Ну, короче, это он с Адой тут общался. Так, это что, маски какие-то, да, или что это? Понятно. Кто-то обчистил лабораторию Амбреллы. Так, вот еще. Это янтарь. Этот образец, который я назвал янтарем, много лет пылился на складе. Раньше у нас было полно образцов для экспериментов, поэтому ничего удивительного, что на этот никто не обращал внимания. Собственно, я принес его в лабораторию только из-за его необычной формы. Быстрый анализ показал, что мы были слепы. Янтарь поистине уникален. Внутри него покоится тот самый орган, пусть и небольших размеров, который мы нашли в доминантном виде и который есть только у Седлера. Полностью развитое существо из янтаря станет таким же сильным, как Седлер, и даже превзойдет его. К сожалению, Седлер отобрал янтарь, прежде чем я успел изучить его досконально. Возможно, он подозревает меня. Надо вернуть образец и свалить отсюда подальше, чтобы продолжить эксперименты где-нибудь в другом месте. Это единственный способ остановить Седлера. Чужакам, разумеется, доверять не стоит, но я уже зашел слишком далеко. Надеюсь, мой подвешенный язык спасет меня и в этот раз. В конце концов, на кону судьба всего мира. Это да.
Так, и здесь. Намерение Седлера. Не стоит наивно думать, будто Лас Плагас является лишь сырьем для создания мощного биооружия. Их истинное значение — способности повелевать. Даже самого непокорного человека можно превратить в верного слугу, сделав всего лишь один укол. Кому нужны шпионы, когда вчерашний враг сегодня становится твоим другом? Управляя всего лишь одним инсайдером, можно поставить на колени целую организацию и даже целую страну. Это стало возможным благодаря массовому производству улучшенной разновидности паразита. Мы подарили Седлеру могущество, теперь ясно, что он намерен делать дальше. Представьте, что будет, если Седлер обретет такую власть над людьми. В его распоряжении окажется 6 миллиардов покорных слуг, вражда и войны исчезнут. Быть может, впервые в истории человечества на нашей планете воцарится мир? Но я знаю, как Седлер и все остальные угнетали жителей этого острова на протяжении поколений. Я знаю, как он обходится с ними. Это не жизнь. А потому я не могу позволить этому случиться. Ага. Да, дробовик мы тоже расстреляли. Там свинка Пеппа. Даже две свинки Пеппа было вот в том моменте, когда видос у меня перестал записываться. Но я их быстренько. Так, ладно, уходим. Аккуратненько. Ой, как все страшно. Так, там вон что-то залезть надо. Я уже слышу. Смотри, мы сможем подняться. Сейчас, погоди. Так, а куда сокровище упало? Оно, наверное, на мостик упало. Да? Ну да. Так, а тут вообще что-нибудь есть? Закрыто, да? Так, ага, вон сокровище. Все, я его увидел. Давай. Прости. Мы же команда. А ты молодец. Ага. Точно все хорошо? Лучше некуда. Я рада. Так, винтовочка. Да, мне всю броню вытрепали. Там еще мухи были. Короче, так. Немножко вспотел. О, боже. Что это, блин, за место? Ну и место. Да вообще. Слушай, та женщина, она же спаслась? Думаю, да. Такие, как она, не сдаются. Видимо, вы знакомы. Есть такое. А, ну это мы, собственно, вернулись опять сюда. Мухи! Так. Погоди. Там сокровища. Да, давайте внимательно. Тут эти твари любят маскироваться. Под всякие камушки. Вот видите? Я не вру. Так, что за книжечка? Да? Иллюминадос, последняя глава. Слава священным насекомым. Нам был обещан рай на земле, мужчинам, женщинам и детям. Он любит всех в равной мере, зверей, рыб и птиц. Он благословит всех существ до единого. Слава священным насекомым, мы покорные служители Господа. Его мудрость преодолеет любые горы, его могущество не страшны океаны. Райский свет живет во всем сущем, плоть наша станет началом.
Слава священным насекомым, мы стая ведомая нашим пастырем. Наши молитвы будут звучать по всему миру, их услышит каждый, мы наконец засияем ярче, чем звезды в небе. Дебиловы. Осмунд. 15. Так, чё? Купол Иллюминадос. Ага. В глубинах под замком я обрел свою веру. Узрите же божественные мощи, дарованные нашему миру. Это все, это начало всего. Адам Сэндлер. Так, все, да? Так, сюда, да? Тихо. Все нормально. Я покажу вы. Блин, чуть в нее не попал. Давайте внимательнее с этими уродами. Так, стоп. Торговец. Брусок, нифига себе. Так. Посмотри, наверняка что-то понравится. Да тут не понравится, тут сейчас пипец как все нужно будет, мне кажется. Так, давай-ка ты мне... Сейчас мы тебя счетерим. Вот так вот. Так, давай ты мне броньку сделаешь. Так, сейчас, погоди, что-нибудь продадим. О, ключ Луиса, я же говорю, можно продать. Так, я так понял, уже можно все продавать. Или нет? Ладно, давайте я так сделаю. Так, нам по-любому надо киллера хотя бы качнуть. И скорострельность пускай будет. Выполни оставшиеся просьбы, прежде чем идти дальше, иначе придется гадать, как все могло бы обернуться, правда? Я одну просьбу не выполнил, потому что я помер, блин. И медальоны, короче, остались. Вот это вот, блин, вот, ну, короче, хрен с ним. Ну да, ну ладно. Не особо ты... А, кстати, а что ты там по шпинелям? Давай, может, мы что-нибудь купим? Что-нибудь такое. Вот можно все самоцветы купить и прокачаться по полной. Я так понял, все, это конец уже. Сейчас мы сделаем. Как он в ладоши хлопает, он. Все, так, сейчас. Я так понял, все, конец. Мы давайте все продадим. И все, что у нас есть, прокачаемся. Сейчас. Вот так вот.
теперь давать что-нибудь улучшим. Давай вот так сделаем. А тут сделаем по купончику. Так, силу. Ну, давай боезапас. И шанс критического тоже сделаем. Все. Ну пока все, больше ничего. Так, и давай, я хрен знает. Нет, не здесь, а вот здесь. Давайте, знаете, что поставим? Сейчас. Вот. Вот эту мадам я поставлю. Для револьвера. Эшли обязательно. Я вообще хочу... Да. Наверное, я траву сделаю. Вот трава, Эшли и все. Давайте сохранимся. Все, зато мы прокачали револьвер. Мы все красавцы вообще просто. Конечно, у нас мало. Так, а мы сейчас сделаем. Ну-ка. И где? Или у нас нет... Погоди, а где он создается? Вот, револьвер. Бонус. И вот это. А, все, да? Ну и отлично. Давайте еще раз сохранюсь. Леон, смотри, это что? Адочка подвешена. Ну, скотина. Ада. Так, что еще? Только на Аду посмотреть, да? Больше нифига, да? Ладно, все. Пытается меня выманить. А то. Будь здесь. Я быстро. Okay. Ладно. Ну да. Сейчас босс-файт будет. А, да. Опа. Ну, какая мягкая посадка для нее. Нифига, Рой. О, здрасте. Садлер. О, Идочка. На. Уже и пришла в себя. Мочим. А, вообще пофиг. Ты мерзкий отступник. Все, сейчас начнется. Ты отверг нашу святую плоть. Великий дар. Что сроднил тебя с нами? Ё-моё. Тебе надо очистить от грехов. Ну, глазки. Это какой-то трындец. Так, мне кажется, надо бежать. Пока... Стойте, я пока постреляю из пистолетика. Ай! О! Ну-ка, погоди. Давайте побегаем, посмотрим, что вообще есть. А, да? Хорошо, ты нам жопу подпалил.
есть. Так, давайте следить за здоровьем. Блин, вот я еще буду смотреть на уклонение, да. Тихо. Есть. Че, всосал? На. Ой, да я сказал бы, кто ты. Но я не из таких. Есть. Так, где он? Падла. Умри там. Блин, как много мух. В оригинале мух не было, да. Тихо. Давайте еще. Есть. На тебе. Теперь в какую-нибудь другую сторону надо бежать. Так, и надо бы подлечиться. Так, и чё? Ломатель. Ты у нас будешь. Да хватит ломать-то, ну. Как люди ходить-то будут, ну? Падла. Давай. Только не умирай, я тебя прошу. О, блин, а чем лечиться-то? На тебе. Отлично. Так. Конечно. Ну, все, что ли? Куда ты? Не сваливай. Так, и чего? Да ну. Обманка, ё-моё. Фальшивка. Ой, блин. Что-то он какой-то уже ползучий тип стал. Как же ты меня заколебал. Не говори-ка. Давай, беги, Леонушка. Так, и что, нам нужно сейчас бегать будет? Вот твой истинный облик. Монстр внутри и снаружи. Ага. Так, а давай вот так. Ага.
О! Ой, как я соскучился по этой сценке. Да еще с красной ракеткой, как прям в оригинале, ё-моё. На. Ага. Вон, тварь появился. Давай ему с рук нафиг. С кулаков ему. Твоя святая плоть слаба. Жесть. О, янтарь. Пипец. Как всегда, глобальные эти разрушения. Нет, сейчас тебе ада, наверное, не даст. Ада. Ты что, блядь, творишь? Ничего личного, Леон. У нас с Луисом был уговор. Не бойся, я обо всем позабочусь. Ну ладно. Это за мной. Идешь? Думаю, мы оба знаем, что тут наши пути расходятся. Ясно. Ты бы поспешил. А, ключики. С Мишкой даже. Как в оригинале. Мило. Это она от лодки дала. До встречи, Леон. О! Леон! Куда это она? Фиг знает. Не понимаю, с чего она вдруг... Уходим, скоро рванет. В смысле рванет, да? Сейчас будем бегать нафиг. Ой, у нас таймер. Ну, как обычно. Ну, все, бежим. Да, давай, с низкого старта прям. Так, сохранение. Все, провались. Да. Не, я сохраняться не буду. Вдруг мы засрем прогресс. Все, пора домой. Надо сначала выбраться. Ох, ё. Так, только ничего не ломайся, пожалуйста. Прыгнуть. Давай, давай. Класс. Да ты кто такой вообще? Ты... Они не нападают. Что происходит? Без хозяина они ничто. Теперь им конец. Так, давай, давай, давай. Да, кстати, я вот так и не задумывался. После смерти Сэдлера, что происходит со всеми оставшимися? Ага, неплохо, Ада. Так, ключики. Экстрим любишь? Обожаю. Тогда тебе понравится. Ой, блин. А мне что-то уже не нравится. Так, и чего тут надо? Вперед. АД перемещение. Ну, все понятно. Так, тихо, тихо, тихо. Ай, ага. У нас жизни есть. У нашей лодочки. Давайте торопиться не будем нафиг. Не будем гнать сильно. Ай. Так. Уи. Экстрим, держись. Ты же хотела экстрим, вот тебе будет сейчас. Так, коробки вроде не вредят. Ну, такие мелкие, я имею в виду. А вот всякие скобления. Ты пугаешь меня. Ты давай не пугай. Давай, давай. Это походу финиш или нет? Или еще только начало? Так, тихо, налево сразу. Так, едем, едем, едем. Ой, что-то падает. Да ну нафиг.
коробочка, блин. Да не ори, все нормально. Наверное. Да что? Что происходит? Да вы чё? А? Ты... А, ну да, в принципе. Тут. Так, давай, пока... О, белый свет, ура! Наверное. Так, тихо, все нормально. Так, ура! Все. Конечно, с царапинами, но... С первого раза. Блин. Ты цела? Да, вроде, но было страшновато. Все, хана этому зовут, вон все умирают. А, дождик пошел. Типа. Ну все. Как раз рассвет. Мы не умерли. Что, миссия выполнена? Будешь дома? Вот тогда да. Спасибо, что спас меня. Не за что. Знаешь, я могу подкинуть папе идею. Станешь моим охранником, если хочешь. Зачем я тебе? Ты и сама за себя постоишь. Только научись обращаться с ножами. Все. Пора домой. Прием. Это гнездо. Как слышно? Кондор один. Прием. Она вообще работает? Леон. Леон, вы с Эшли целы? Да где вы? Ответьте. Да все нормально. Сейчас ответим. Так. Все, титры, да? Так, их можно пропустить. Сейчас посмотрим, что тут такое. Может, что-нибудь покажут. Или просто будут картины показывать. Тут показано, как все было нормально до этого всего. Лас Плагас. А может, и после него. Хрен его знает. Дождик пошел. Так, и что тут? И пришел этот козел, блин. И понеслось. Салазар вон еще этот. Все, жертвоприношение. Ну не жертвоприношение, да. Добыча. Этих самых паразитов. Ну тут типа по фоткам вся история, короче. И понеслось все. Смерть, убийство. И янтарь. Это чё мы? Где? Какой-то вертолет? А, это Ада. С янтарем. Угу. Соедини. Я добыл янтарь. Excellent. Отлично. Один вопрос. Что ты хочешь с ним сделать? Тебе платят не за то, чтобы ты задавала вопросы.
скажу лишь одно. Мы на пороге новой зари. Сотни принесут себя в жертву, чтобы выжил лишь один. Я хочу ускорить этот процесс. Значит, ты хочешь, чтобы мы погибли миллионы? Миллиарды. Какой размах? Меняем курс. Давай. А, спаслись. Она их видит. Очкарик, блин. Да тебя в пятой части поимеют. Тебя в первой поимели, потом еще и в пятой это имеют. Все, теперь это уже титры конкретные, да? Так, ну мы их пропускаем. Так, ну давайте итоги, что там? А, вот. Ханиган. Ханиган без очков, да. О боже. Супер. Б, блин. Ну, Б, наверное, за то, что хрен его знает. И за время, наверное, и за сохранение. Прохождение первое. Ну, ладно. Зато мы прошли. Так. А, так, далее. Загрузив сохраненные данные завершенной игры, их можно перенести в новую игру. Вы сможете приобретать у торговца новое оружие, но не сможете получить ранг S+. Вот так вот. Круто. Так, ладно. Все. О, уже новая эта заставочка. Так. Так, пройденные испытания. Хорошо. Костюм в полоску. Темные очки. Медицинская маска. Ушанка. Очки круглые, летный шлем, хирургическая маска. Открыт режим профессионал. Вы можете выбрать этот режим при загрузке сохраненных данных завершенного прохождения или в начале новой игры. Ну-ка. Так, а тут что? Вот, профессионал. Для увлеченных фанатов выживания в кошмаре. Функция автосохранения отключена. Засчитывает только идеальное парирование. Все модификации для оружия доступны в начале игры. Ох, ё-моё. Ладно, в следующий раз мы с вами попробуем поиграть в наемников. Сейчас вот как раз посмотрим, что тут. Да, наемники. Пока только Леон. Локации пока три, хотя я, может, не знаю их больше. И четыре персонажа. Первый Леон. Ну ладно, это уже в следующий раз. Ну что, ребят, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Всего доброго.